Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Titan Quest. Так, мы все это, я так понял, взяли. Мне надо центрально вот это, здесь, да? Ты что хочешь мне рассказать, интересно? Иногда бывает трудно себе представить, как мы жили раньше. Для меня это какой-то чудесный сон. Прежняя жизнь обычного перца была просто замечательной. Ничего интересного. Здорово. Око хаоса и десница равновесия. Если их соединить, получится жезл вечности. Артефакт, обладающий огромной силой. А теперь поспешим. Мы должны провести ритуал. А куда ты пошел? Так, это по награде 2 очка красивски. Это что такое? Что за чувство? Почему? Этого не может быть! У нас не могло не получиться! Все наши усилия оказались напрасными! Теперь мне все ясно! Боги не помогут нам. Мы должны надеяться только на себя. Да. Ну, не нужно опускать руки. Телхин в Египте напал на несколько храмов, находящихся под защитой Ордена Прометея. В них хранились могущественные артефакты времен войны между богами и титанами. Совершенно ясно, что Телхин что-то ищет. Мы охраняли эти храмы в течение тысячелетий. В Египте осталось еще одно место, где не побывал Телхин. Я был слеп и не придал этому значения. Надеюсь, что боги спасут нас. Какую же глупость я совершил. Вот, тебе нужно попасть в гробницу Рамзеса в долине царей. Следуй вдоль Нила до Фиф, а оттуда иди в долину царей. Ищи следы присутствия Телхина. Что бы он ни искал, это не должно попасть ему в руки. Когда ты выполнишь это задание, встреться со мной в Фивах. Ну, если мы не можем рассчитывать на помощь богов, мы должны надеяться на наших героев. А теперь ступай. Видишь, понятно, все как всегда. На нашу голову. Что сделал? Ну ладно. Погнали. Тут что у нас? А, нам сюда и надо идти, да? Подожди. А тут что у нас такое? Так, ничего такого хорошего, ничего не упало. Опять там скорпионы. Понятно, здесь проход дальше. Я так понимаю. Но мне не нужны они. Знаешь, пойдем здесь. Так, открываем. А, это мы вернулись, что это? Кругаля наматываем. Да я понял, что он там находится. Да ё-моё, а.
Вы что там, дом хотели зайти, Павло? Ну и все, ты больше ничего интересного нет. А, я думал, что у меня не включается карта-то, а? Блин, бедные пшеницы, а? Топчем здесь, что-то делаем. Пещерка это есть. Так. Здесь ничего интересного нету. Пойдем сюда. О, у вас тут толпа уже. Верхние вершины Нила, это понятно все. А что, у нас задание поменялось? Да, уже поменялось. Главное, сюжетка продолжается наконец-то. Долго мы ходили и искали все подряд. Опа-на! Ты чё зелененькая? 68! Это же египетская какая-то. Хм, супер. А, прикольно она выглядит, мне нравится. Так. Да ё-моё, по кому ты хотел ударить, я не понимаю. Так, опять доспех упал. Вы как будто его не снимаете, он падает с вас просто тупо. Сквозь всего. О, аптечка уже рядом, так быстро. А, я и думаю, что я двигаться не могу. Меня оглушили же. Да. Так, ящик. Офигенно, только чебурашек тут не хватает. Сделал бы еще чебурашка. Ха, здесь, а мод есть такой? Да по-любому тут какие-то моды есть. Не удивлюсь. Так, ты, падла, тоже помрешь сейчас. Все готово. Тут уже больше ничего нету. У нас. Да, конечно, прикольно по чуть-чуть пробираться. И это всего лишь, я не знаю, какая уже серия это будет точно. Но 30-ка уже точно есть. И мы до сих пор, блин, находимся на втором акте. Это вообще какие-то офигенно просто. Ну что, в пещерку пойдем, да? Так, тут ничего интересного, пойдем в пещерку сходим. Посмотрим, что тут есть. Надеюсь, тут падать вниз не надо. Ой, идти. А-а-а, это, блин, это вообще идиотизм. Вот зачем делать такими... супер жирными, можно сказать так. Сколько у них там хелф-то, а? Тюлень недоделанный.
Прохождение магии. Что за магия? Что, блин, за говно придумали, да? Ну как вот так вот? Посмотри, ты, ё-моё, это бить ты как босс бьёшь. Ничего хорошего нет. Так, аптечки возьмем. Вот это возьмем. Вот это возьмем. Ничего интересного. Это хорошо, это тоже ничего интересного. Какой-то фонтанчик сюда идет. И опять эти уроды. Короче, ничего тут такого интересного нету. Только эти уроды, которые прям по полгода бьешь. И там снизу такие же. А опыта не слишком много дают. Ну вот я говорю, копей какие-то. Ну надо же разведывать, что за фигня тут такая вот. У нас почти 25 уровень, это хорошо. Так, использование очков характерного умения. Чё? Откуда мне очки? Так. Так делаем. Ну все, тут больше делать нечего, погнали. А вот и аптечка. Мы уже в аптечку дошли. Супер вообще просто. То ее нет нифига за километры, то она есть. Ну тут, я думаю, все больше не будет. Тут все уже обследование, пещер сходили. Вижу тут эти факел разжечь. О, здорово, братва. Да я думаю, все, конец. О, деньги, все подберем. Это не уж что тут протекает, я так понимаю. Здорово, братва, давно вас не видел. Где пробываете-то, блин, а? Всех нищете, всех убиваем. Может, героя? Я так понимаю, дорога там. А тут что у нас здесь? Тут ничего такого нету. Гиены наконец появились. Так, вы идите в баню от меня все. Я таки думал, сейчас сдохнет. Так, сундучок открываем. Тут кроме лечебки нифига ничего нету. Доспех хоть покруче нашли. Это супер. Они пещеры. Ну что, сходим в эту пещерку? Не, это обязательно возьмем. Это надо. Коллекцию будем собирать. Так, вот это берем. Вот это понятно. Пойдем сюда вниз. О, тут у нас внизу много чего другого интересного. У нас поджидает здесь мумия.
А потом она становится гонщиком. Так, возьмем вот эту алтарь. Иди сюда. Готово. А тут я вижу тупик. Вот это я обожаю алтарь. Вот эта скорость просто неугомонная. А вы откуда беретесь-то? Тут ничего такого уже нету. Ну ладно. Вот и ловушка. Запчасти, а запчасти-то. Саркофаг есть даже, очуми просто. Это мы куда попали-то, а? Блин, жалко, эффект пропал. Так, вот и уровень. Вот это нам подхватило, бля. Так. Уровень. Сюда на ловкость все будем кидать пока. Так. Это подкачаем, да? Это пока не надо. Так. Стена. За поддержку умений, нифига себе здесь поворот какой, блин, событие. Пока так подкачаем здесь. Ну ладно, пойдем вниз. А эти уроды не станут интересно, а? Здорово, мужики. Ну ладно, хорошо, хоть не стали. Это плюс. О, что за уголь? Чуть говно мы подобрали. А, вот что такое. Так, ты иди сюда. Ты собирайся. Ты тоже иди сюда. И ты иди сюда. 57. 57. 52. Фигня полная. Вот это что такое? Скорость средняя. Не, у меня скорость надо побыстрее. Все, тут больше ничего нет интереса. Пойдемте другие углы посмотреть сейчас будем. Важно другие углы еще. Ай, бля. Это болото, а. Вот и мы здесь. Ну ладно. Продолжаем дальше свой путь. Нелегкий. О, скоробей, давно вас не видел. Давно вас не видел. Еще большой скоробей есть. Нифига вы прыгаете, блевотин кидаетесь.
Так, тут почти ничего не упало. Это говно, по-моему, лишнее, это неинтересно вообще. Это они все это, блин, блевотины мне. Уничтожили почти. Так, о, тут статуя испорчена. Ну все. Нет, тут еще у меня посередке есть. А тут проход нельзя будет сделать, а? Да. Просто супер. Давай, 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 мочи, мочи эту палу. Тоже такие жирные фигни, блин. Но раньше они что-то потруднее были. Да, урон уж увеличивается с тех пор, да. Ну все, тут больше делать нечего. Уходим из этой пещеры. Нам надо еще далекий путь совершать. Делать точнее. А время заканчивается. Так, супер. Так. Не-не, аптечку-то берем, учё. Так, тут больше ничего интересного нет, продолжаем дальше. Ну там даже пещера у нас показывается, но не написано, есть аптечка или нет, это вот этот. О, всех придавили. Всем интеллектом. Вот это оглушалками бесит больше всего. И что тут такое? Так, ману берем. Деньги берем. Ну тут кошки святые. Я так говорю об этом. Кошки святые здесь, а них нету, да? Египтяне не дадут их убивать. Опять этот камень. Вот этот камень везде преследуется. Мне что-то не нравится этот. Это кажется, как будто он все тут бед натворил. Так, тут все готово. Так, здесь продолжаем путь. Ну да, вот это уже есть. Я это вижу, а вот... Фиг с ним, мне он нафиг не сдался. Не уперся. Понятно, а тут какая-то за... Выше идет. И тут пещерка, да? Или снизу пещерка? Ну, где почистим здесь сначала. Не, походу делаю там. Ой, здесь точнее. Это фигово. Ты офигел тут все кричить, блин. Ну иди сюда, Павел, я за тобой все бегаю, ты бегаешь от меня. Не, кажется, там где-то. Да, блин, подобрал фигню белую. Еще подобрал фигню совершенно белую. У меня тут больше ничего нет интересного. Только эти стоят, блин. Ничего не делают. Вас тут в лагерь уже здесь уничтожили. Они что смотрят. Что делать дальше? Ну все, их уничтожили мы. Спускаемся вниз. Это же замечательно, когда такая фигня случается. А вот речепка и вот эта фигня. Это супер. Будем стремиться к ней.
А сюда вернемся, когда будем. У нас пещерка, вот она. В эту пещерку мы вернемся. Когда я в следующей серии, можно сказать. Сходим сюда. А сейчас идем туда, где ждет нас лечебка. Давай, мужики, в следующий раз разберемся здесь с вами, а? Я за мной сюда еще приду. Вы не парьтесь, вы без меня останетесь. Барян, зашел в лагерь к мне. О, хау-то полетели-то. О, хау-то полетели, а? Ты что, и палы все наколдовал здесь? То огнем, то водой. То дом еще кидали бы мне здесь. А вот она и есть. Сим-сим, откройся. Здравствуйте. Так. Ладно, что хотел-то я? Это у меня есть. Какого дела нет. Так. А ты можешь вот так положить? Не. Механизм по-любому есть. Только его не хватает, сам наш. Еще одна единица. Так, это что у нас за подстава? Так, вот так делаем. Так. Вот это у нас есть одна штука. Вот две будет. Будет три. Так, вот это соединить с этим. Есть, таких нету. Так, у таких у меня есть одна штука. Ставим. И вот это вот. Такой нет, нифига. И вот эта информация какая-то. Так. А, и вот это есть. А, вот 5 штук как раз. Все. Вот так, супер, все. Больше ничего такого нет интересного. Все надо продавать. Да, все остальное продаем мы. Почистую. Это мы с тобой будем чуть позже общаться. Или уходи, не трать время попусту. Ой, да ладно тебе. Будешь мне рассказывать. Так. Слава богу. Посохи. Манки. Рад стараться. Да-да, я понял это. Опа. Забыл это выключить. Живи будущим. Выбор здесь. Ну ладно, это мы потом спросим этого чувака. Пообщаемся. У меня самые лучшие доспехи и оружие. Да посмотрим. 76 331. Ё-моё, очень просто. Ну ладно. На этом мы остановимся. Сейчас я вот это только открою, эту фигню. Ну да, перед последним уже. Можно так сказать. И тут нам надо пещерку сходить, вот эту, и вот эту открыть. И все. И спросить, как у него там дальше продолжение сюжет. Ну ладно, на этом мы останавливаемся. Увидимся в следующей серии других продолжений. Всем вам удачи и пока.